Лазер эффект, что-то там мне скинул. Оп. Красивый хрон на рейнджере. Оп, оп, сразу. А, нет. Здесь плохо Бакстер сыграл. Здесь надо было ракету не давать. На халяву хрон забрал ракету. Тем более у Бакстера был этот шашлык. Ой, сто. Ебать, просто в атаку Маджуна убивать. Хрон сейчас рисковал. 80 на 20. Сейчас надо вверх. Сейчас надо вверх держать. Все правильно делает Хрон. Бакстер отошел. Но Бакстеру всегда можно атаковать, потому что у него поджига есть. Оп. 100 на 100. Я не понимаю, почему Бакстер на поджиге не атакует. Скорее всего, боится сферу. Потому что, ну, как бы два персонажа таких, которые впритык очень сильно дамажат. То есть поджига-то, естественно, больше нанесет, но сфера тоже как бы опасна со сферой. Вот сейчас перехватил контроль Бакстер. Оп. Два ралгана попадает. Не попадает ульту. Поспешил. Еще 200, 100, блядь. Все, можно убивать. Шафт. Молодец, Бакстер. Ебать на халяву. Убил. Еще. Здесь можно еще фраг сделать. Не понимает, не понимает. Ёптать, отпустил просто, бля. Ебать, Бакстер, нахуй. Как так? Ой, хорошо. Здесь можно на красный идти. Все есть, он еще на подходе к красному попал. Поспешил, блядь, клацнули сразу. Здесь аккуратно. Ой, хрон не попал, легкий ралган. Здесь сваливается. Нервничает, нервничает, Бакстер. Красиво, 1-0. Хрон, хороший ралган попал. Второй, сейчас можно просто убивать. Сейчас 1-1 будет. Убьет, убьет с ралган, не отпустит, скорее всего. Блядь, спешит, спешит с ультой. Закрутил, отбивается. Ой-ой-ой-ой-ой. Хрон как не дожал, непонятно. Здесь можно убивать. Хрон потерялся с таймингами, блядь. Не знает, во сколько мига я здесь на халяву мигу отдал. Ебать, еще 90 схватил. Пиздец, здесь должен был Бакстер еще давным-давно умирать. Ой-ой-ой, хороший шафт от Хрона. Но здесь он засеменил ножками и как бы... Ай, подставился. 5 хп, сейчас надо с респа просто с шафтом наламливается и убивать. А Бакстер хуету какую-то делает и как бы на красный вообще не ворвался. Здесь изи был фраг. Да, 1-1. То есть не доигрывает Бакстер. Тренируется, тренируется, но не доигрывает. Можно было второй фраг. Оп. На. На. Блин, хорошие ракеты. Просто по лицу, под лицу. Здесь еще фраг. Красиво, красиво ловит Бакстер. Блять, спешит. Вот он спешит. Надо было дождаться. Хотя он знал то, что на шафте респаун. Сейчас нельзя хрону давать вообще никаких пушек, ватрушек. Да. Бакстер забирает мигу. 15 секунд до следующего хэви. У Бакстера позиция получше. Хрон пытается хоть как-то... Давай, шафт, ёпта, у тебя 10 на 10. Хорошо, хорошо, хорошо. Блять, да ладно, хрон замансил. Пиздец, как? Как здесь можно было умереть? Хрон просто его, блядь, на наглости ворвался 100 на 100. Блядь. Здесь на наглости, и Хрон испугался ульты, то, что ульта сейчас прилетит в лицо, и поэтому Бакстер убивает его. Хотя хульта вообще не задела. 4-2. Не доигрывают. Четыре-два. Все есть у Бакстера, и он еще раскоцал Хрона. Сейчас еще шафт заберет. Вообще. Оп, здесь еще можно убивать. 20. И Ирлган. Да, вообще идеально. Просто фраг. Хрон тупит. Уже нервничает. 150 на 100. И ульта еще есть. У Хрона тоже, конечно, орб есть, но это такая себе поебистика. Мало
Блять, можно врываться, Бакстер, ёпта, у тебя ж ульта. Заблокировал его. Все, минус. Все плохо у Хрона. Но у него есть шарик, лошарик. Ой, хороший Бакстер Лган дает, прям вообще офигенный. 5 секунд до красного, все есть. Контроль полностью. Не понимает Хрон, то, что... Ой, Бакстер тоже снизу, на халяву. А он, кстати, знал, что его там поджидают. Еще один рейл. На, еще два. Блять, поспешил, прыжок нажал и вообще перестрелял Ралгана. Не надо было прыжок нажимать, когда ты прыгаешь, тебе легче попасть. Красивый Хрон. Как-то так. Плюс мега для Хрона, и кажется, это камбэк. Через 5 секунд будет резаться. Оп-оп, качельки такие. Ну, не отдаются, видно то, что Бакстер старается. Хрон. Ну, Хрон не доигрывает, он перестреливает Ралгана. Бакстер тоже, конечно, фрагов мог побольше сделать, но все равно. А там уже Бакстер трейлов и три рейлов, по-моему, уже попал. Бля, не надо заходить, Хрон, здесь умрешь. Хрон уже особо не держит. И Ралган закончился у Хрона. Куда, куда Бакстер, блядь, на наглости играет? Ой, ебать, там влетел шотган. 5-4, камбэчный, я... Все сбрил. В итоге Хрон сейчас отвоевывает позицию на хэви арморе, заберет, скорее всего, ее. Блин, с вот этими вот новыми рейлами, которые... 5-4. Ой, в ебучку. Визуально на какое-то время гораздо проще, по-моему, определить, где находится оппонент. 5-4, 3 минуты до конца. У Хрона контроль, все плохо у Бакстера. Вообще все плохо. Контроль Хрон держит. Бакстер 100 на 100 наел, есть ульта, сейчас надо верх занимать Бакстеру. 7 секунд как раз, он 100 на 100, погнал наверх занимать. Не попал легкий Ралган Хрон, поспешил. Третий, та-та-та-та-та-та-та, все правильно делает. Ой-ой-ой, ульту отдал, но за счет этой ульты он то, что клацнул. А на мигу почему не пошел, ебать, за тупняк от Бакстера? Пиздец, он на мигу не пошел. Он заблокировал его ультой и сам на мигу не пошел. Ебать, решение от Бакстера хуевое. Вот это, скорее всего, и зарешает. Сейчас камбэчная жесткая пойдет. Ну, то есть отрыв по фрагам от Хрона. Потому что у него 200 на 200, и он слышит оппонента, и сейчас будет просто гнать на шафт его. Ой, хороший Ралган от Бакстера. Блять, в узком проходе танцует. Сейчас еще Ралган. Да ладно, 24. Опасность, нахуй. Ой-ой-ой-ой, как опасно. Бам! Заспамили нахуй, Хрон, блядь, зазевался. 6-5. Ладно. Перестрел. Ебать, еще фраг. Надо делать фраг. 7-5. Но как, ёпта? Как здесь Хрон там умер на миге, непонятно нахуй. Еще фраг сейчас будет. Походу это конечное. На. 3 фрага, 2 минуты до конца. Такое не отдается. Я бы 100% не отдал уже. Тем более ты играешь на поджиге против рейнджера, у тебя контроль 200 на 200, Хрон уже спешит, еще получает на подходе Ралган, еще, оп, 150 на 150, у Хрона 100 на 50, полторы минуты до конца, фух, еще 3 бота поспамили, прохуялили. Бакстеру просто надо идти вперед и еще фраг делать, потому что он раскоцал жестко, вот здесь прям просто напасть и убить. На еще. Пиздец, он его просто постоянно. Минуту до конца, 3 фрага. Хороший Ралган от Хрона. У него 100 на 50 у Хрона, но надо еще 2 попадать. Не попадает Бакстер. Сейчас надо было с третьего этажа на красный идти. Что ты делаешь, Бакстер, блядь, дает шанс проявить себя. Просто зачем Бакстер зажимается? Не понимаю. И здесь сейчас сфера, наверное, в ебло полетит. Да. Фу, блядь. Зачем такое делать? Зачем просто давать шанс? И Хрон, короче, делает за счет арбы фраг. И сейчас будет камбэчно. Не понимаю, стоял бы на третьем этаже лучше, когда бы в телепорт заходил, дал бы ракету и поджигу. Все, минус Хрон. Ебать, а он впритык где-то. И здесь еще камбэчная, нахуй. Ульты нету. Не попадает, блядь, Ралган важный. 8-7. 20 секунд до конца, арест на Ралгане. И Хрон туда просто идет. Ой, блядь, 8-8, нахуй, 1-8.
Пиздец. Как? Как это можно было отдать? Бакстер, Бакстер, господи. Нереально, вообще нереально. 200 на 200 у Хрона. Внезапная смерть, сейчас еще красный. Забираем, и все, и пиздец Бакстера. Оп. Хрон сейчас теперь, блядь, дает шанс проявить себе Бакстеру. Зачем? А, все, все, все. Надо было рокет-джамп сделать. Вот здесь Хрону, рокет-джамп. Можно убивать, ульты нету. Хороший рейлган. Эх. У Бактера опять же уже нет удобной позиции. Скорее всего, все наверху подберет Хрон. Куда, 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 куда сейчас будет дожимать? А Хрон спокойно на контроле отыгрывает, блядь. Бля, опасно идти, сейчас надо спамить. О, перехват контроля от Бакстера, блядь. Последний шанс. 100, 100 хп всего. 150 на 150 на 100. Вот и все. 100 хп у Хрона. Можно просто ульту. А, он ульту потратил. Хрон на орб пополняет. 100 на 60 у Хрона. У Бакстера теперь 200-200. Ебать, как он такой отдал Хрон. Пиздец. Сейчас еще Мигу заберет Бакстер. Блядь. 24. Надо заходить дальше в телепорт. Надо заходить в телепорт Бакстеру и просто с шафтом разъебывать его. Красная. Пиздец, это реально, это нервы нахуй. Сейчас красная еще отдаст Бакстер. Пиздец, зачем? Все, сейчас будет дожимать. Что, там некуда бежать нахуй. Бакстер это прекрасно понимает, что можно нарваться сейчас на орб и пытается свалить сразу же в атакат. Пиздарики. Эх, опять на этом месте умер, блядь. Короче, Бакстер сам себе вот этот матч проиграл. Пиздец. То есть Хрон такого ничего не сделал. Жесткого. Неправильные позиции занимал и прятался хуй пойми куда, когда надо было просто встать, блядь, на телепорте с поджига и все. Да, обида ебаная. Да.